Камень природный от 18 рублей за тонну. Щебень из гравия и валунов. Песчано-гравийная смесь. Грунт. ООО «Дорожник». В Мозырском педагогическом сейчас тишина. Студенты на каникулах, преподаватели в отпусках. Позади сессия и экзамены, самое время отдохнуть. Но на втором этаже около технолога биологического факультета вовсю кипит работа, вернее, творчество. Лето для студентов – это пора не только отдыха, но и возможность подзаработать. И на базе нашего университета уже третий год подряд создается студенческий сервисный отряд «Дали 21 века», где студенты специальности «Обслуживающий труд и изобразительное искусство» работают в составе студенческого сервисного отряда и разрисовывают стены нашего университета, делают наш университет привлекательным, ярким и красивым. В этом году в составе отряда работает 8 человек. Эскиз разрабатывали преподаватели и студенты совместно. В руках кисти, на столах банки с краской. На стене почти готовый проект. Студотряд «Дали 21 века» не пошел по стопам художника, имя которого носит. Их проект – не сюрреализм, не сны, не фантазии, не мысли из потаенных уголков подсознания, а вполне себе узнаваемый мозырский городской пейзаж. Можно сказать, визитная карточка нашего Мозыря. Вдохновились видами Мозыря каждый... Каждый из наших студентов, кто приезжает сюда, Иногородний там, или Скалинкович, каждый видит этот вид каждый день, и мы вот решили его запечатлеть на стенах университета. В том и художественное оформление, что мы вот стилизовали вот этот пейзаж, но тем не менее каждый узнает и университет, и каждый узнает мост, поэтому я думаю, нам это удалось. В студенческом отряде я участвую впервые, для меня это что-то новое, очень интересно, очень забавно. Ребята вообще молодцы, стараются. Ну, задумка сама очень интересная, очень креативная, поэтому мы трудимся, не покладая рук, и у нас все получается. Творческо-трудовому проекту Мозырского педагогического университета уже третий год. В 2021-м творили в дискозале. Оставить свой след не только в стенах, но и на стенах университета. У студентов из отряда «Дали 21 века» это получается. В следующем году стройотрядовцы планируют вновь бросить вызов строгой университетской архитектуре и зажечь мозырскими пейзажами еще несколько однотонных стен. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».